Простуда представляет собой инфекцию верхних дыхательных путей. Простуда вызывается вирусом. Вирус распространяется, когда человек чихает, кашляет или при близком контакте или вследствие контакта с предметами, которые трогал простудившийся человек. Симптомы простудного заболевания обычно длятся от 1 до 2 недель. Они могут проявляться в виде кашля, раздраженного или больного горла, насморка, заложенного носа, чиханием, слезящимися глазами, заложенными ушами, невысокой температурой и головной болью. Простуда не лечится лекарствами. Вы можете снизить вероятность заболевания, ограничив контакт с простуженными людьми и путем частого мытья рук, особенно перед контактом с глазами, носом или ртом.